Ребята, всем приветик. Давно-ка мы не выходили уже в эфир со стройки, а она продолжается, это большая стройка. Мы никуда не гоним, скажу вам честно, у меня нету такого панического настроения, что давайте, давайте, быстрее, быстрее, любыми путями, быстренько, быстренько сейчас закончим ремонт, чтобы не скорее всего переехать. И я понимаю, что сейчас пока отовсюду будут сверлить сверла, будут стучать молотки, будет много шума, грязи и все остальное, поэтому мы планомерно, четко идем к поставленным целям. Но на самом деле мы в тайминге, все, что мы проговорили с ребятами, так и реализуется. И сейчас мы перешли уже к этапу тому, когда все высохло. Это был такой долгий момент ожидания. Сделана у нас вся электрика. Мы уже завезли конвекторные батареи, где-то они лежат, я вам сейчас покажу их. И перешли к созданию уже черновой сантехники. Вот, черновая сантехника – это... Когда прокладываются трубы, то, что будет не видно обычному глазу, но это все будет нести надежность в том помещении, где мы будем жить. Вот у нас опять консилиум собрался. Сейчас они пока на чертежах обсуждают, как будет, что проложено в этой квартире. Мы немножко за ними подсмотрим. Я обычно не люблю мешать профессионалам. Когда они в деле, то лучше просто наблюдать и где-то чуть-чуть умничать. Отдельно, который? Отдельно. Вот, который отдельно отложили. Второй. Это самый главный босс, контролирующий орган. Это Марго, наш дизайнер, сантехник и, соответственно, Александр, который курирует наш проект. Марго, ну давай мы тебя немножко помучаем вопросиками. Да. Что сейчас происходит вообще? На каком этапе мы находимся? Куча чертежей, у вас вот прям рабочая зона. Что вы сегодня обсуждаете? К какому решению вы пытаетесь прийти? Мы сейчас сопоставляем проектные размеры по чертежам выводов воды и канализации с тем, что мы закупили какое оборудование. То есть какие-то подвижки, там, нюансы, особенности конкретно этого оборудования. Мы еще раз проверяем, чтобы все встало в нужные места. Разбираем весь наш закупочный склад, сопоставляем, что куда идет, чтобы все было четко, чтобы все понимали, чтобы исполнитель понимал, куда у нас что кладется, прикладывается, чтобы мы понимали, какие у нас размеры в итоге выйдут, чтобы не было ошибок. Да, но до этого всего ты съездила в билд, подобрала уже чистовую как бы вариант сантехники, краны, унитазы, все остальное. Да, мы съездили, мы подобрали, естественно, все оборудование, оно закуплено, часть приехала, то, что сейчас устанавливается в стены. Сейчас, так как этап разводки, нам нужно понимать, все, что встраивается в стену, нам нужно для того, чтобы мы поняли точно, какое оно, какие у него технические характеристики, габариты и так далее. В общем, вам надо сейчас это все собрать в кучу и представить, как оно будет уже проверить, в том состоянии, сделать когда контроль, будет. Сделать контрольную проверку, что куда идет и какого оно размера, если что, подвинуть привязки. Так, и вот сейчас основные сложности, с которыми вы столкнулись, чтобы нашим зрителям быть максимально полезным, на что сейчас вот важно прям обратить пристальное внимание, чтобы потом не возникло каких-то процессе там проблем, которые, может быть, теоретически могут возникнуть. Всегда говорю, что есть чертежи, это одно, это бумажная архитектура, есть стройка, это то, что реально. Размеры могут отличаться. В чем особенность авторского надзора и вообще вот такой коммуникации строитель-дизайнер? Что мы можем собраться, этот штурм мозговой вообще произвести. Потому что если у вас нет такой контрольной группы, то строители могут просто по чертежам поставить. Иногда может быть, что у нас оборудование куплено чуть иное, и привязка там сбивается центр, например, вывода с носителя. Поэтому это нужно проверить. Конечно, самому заказчику это очень сложно сделать. Тут, ну, хотя бы вызовите дизайнера просто на разовый выезд, чтобы это все можно было, потому что ну, мы на чуть другом языке разговариваем. Да, все это сопоставить, мы тут, да? Вот, вчетвером бегаем, пытаемся все это сопоставить, и действительно уже час тут. С чертежами вы можете посмотреть, сколько одна пометок. Одна голова хорошо, а да. Четыре лучше, да? Сколько еще вот пятая пришла. Сколько пометок в чертежах? Да, тут, конечно, черт ногу сломит. Саня говорит, ты бухло взял? Я говорю, нет. Он говорит, без него не разберемся. Ну вот, разбираемся. Итого, пойдем прогуляемся, посмотрим, что к нам приехало. Там твоим дизайнерским взглядом ты расскажешь, опишешь, что у нас где будет стоять, что у нас, какие там конструктивы были внесены и из-за чего, да. И потом ребята уже помучаем там по техническим нюансам. Я уже не помню все изменения, но вот поэтому санузел у нас максимальные были изменения. Были, да. Да. Потому что здесь у нас изначально по проекту стоял унитаз, биде и раковина.
вот тут вот, вот в этой нише. Мы чуть переделали эту историю, потому что нам показалось, что будет маленький проход. Когда мы пришли уже на место и посмотрели пространство живьем, плюс накинули там штукатурку, которая у нас забрала, там чуть-чуть сантиметров, плюс у нас плитка что-то съест, нам показалось, что будет узковато, как бы тесновато. Поэтому мы переставили оборудование, мы убрали биде совсем, заменили его на гигиенический душ. Унитаз теперь у нас стоит вот здесь. Да, мы решили подсветку немножко его утопить, чтобы было, если сидишь здесь, у тебя как бы тут все на тебя смотрят, а тут ты как-то, ну, более так интимном уголку себя более комфортно будешь чувствовать. Да, и раковину мы сделали чуть больше, чуть как бы параднее, и расположили ее вот здесь. Она вот здесь хорошо по простенкам становится, удачно. Все, мы перекинули всю электрику, чтобы это тоже было удобно. Вот. Ну и, соответственно, тут вот сейчас вот вы видите наскальную живопись, да, это как вот в каменном веке. На ну, месте еще. Максимально наглядно, потому что ребята, кто будет делать, им проще, конечно, тут же смотреть на стену и все это переносить уже на технический лад. Да, да, и мы тоже проверяем, удобно будет, неудобно. Да. Ну и в целом у нас вот такой конструктив именно здесь был внесен основной. Я не помню, что, правда, еще мы вносили. Нет, какие-то, все у нас какие-то были, да, мелочухи. У нас в другом санузле будет, кстати, по поводу слива для душевой кабинки. Что, как решили? Или пока еще ничего не решили? Пока еще не дошли до этого вопроса. Ага. Да, мы как сделаем вывод канализации, у нас будет понятно, насколько у нас. То есть пока этот вопрос терпит, да? Да, то есть у нас будет либо при стене, либо от стены мы будем отходить там минимальное расстояние для того, чтобы можно было обойти плиткой. Это да. Саш, вот ты как основной такой человек, который здесь чаще всех находишься, вот подскажи, вот коммуникация с Марго в рамках авторского надзора, зачем тебе? Мне всегда казалось, что этот человек будет выносить вам мозг, что вы что-то не так делаете, и вы будете мне звонить, пожалуйста, пусть Марго не приезжает сюда, мы уже с ней не можем. Но на самом деле вижу, вы как-то тут спелись, стерлись, и всем вроде как даже комфортно. У нас уже образовался здесь преступный синдикат. Да-да-да. Нет, да, наоборот, как бы, когда работают два компетентных специалиста и более, да, в одной области, то есть мы работаем над чем? Не только над уровнем сервиса, но и над улучшением качества продукта, который должен выйти по итогу. То есть у нас нет там цели такой, чтобы, допустим, максимально сюда там приглашать клиента, да, ты ходишь сюда, потому что тебе интересно. По факту, если бы мне было интересно, ну, ты там нужен нам только, когда мы там тебе там могли все в телефонном режиме согласовать, а так, по факту, как бы мы все вопросы закрываем максимально, чтобы ты там занимался своими делами, там, бизнесом, семьей, там, чистая правда, чистая правда. И все там, вместо того, чтобы приходить сюда, там, могу поехать в гольф поиграть, там, покайфовать. Да, ну, часто ссоритесь с Марго, нет? Ни разу не ссорились, и как бы не сторонники того, чтобы вообще там. Ну, бывают это творческие какие-то споры, но это там ни в коем случае не как ссора расцениваются. Мы же как но люди. Это для достижения истины, потому что конечно, да, то есть, да. Это все правильно. Как бы в цели, как бы так, все good, отлично. Хорошо, когда есть, когда есть трое, да, когда да. Есть там два мнения, и одно окончательно должно быть решающее. Рекомендую вообще всем, чтобы было максимально, то есть привлечение специалистов вот, там, по там ведению каких-то там дел, потому что вы не обладаете определенной компетенцией, то есть вам надо потратить время для того, чтобы ее разобраться и изучить. Но не факт, что вы восприняли эту информацию правильно, потому что каждый, не имея опыта практического, интерпретирует, то есть все это как бы в своей голове немножко иначе. Да. А когда есть как бы такие люди, как мы, как Марго, то есть это максимальная коллаборация для достижения максимального результата. Да. Марго, скажи, а как вообще вот клиенты, с которыми ты работаешь, они распробовали уже авторский надзор? Ну, насколько часто они к дизайну заказывают его? Или пока это еще вот непонятно для многих? Статья расходов и пытаются сэкономить. У меня заказывают те, кто уже прошел стройку сам. Угу. И когда они понимают весь ужас когда-то, предстоящего да, процесса, угу. Да, они с радостью. Некоторые даже прям это основной критерий выбора дизайнера, чтобы дизайнер вел авторский надзор. То есть не все дизайнеры ведут авторский надзор. Кто-то боится стройки, боится строителей, не умеет, там может красивую картинку нарисовать, но стройки ничего не понимает. Ну, тоже да. Есть такие специалисты. Ну да, хрупко симпатичные девушки на стройке с четырьмя здоровыми мужиками, конечно, так себе каждый раз выезжать. Ну ладно, Сань, тогда отстаем от Марго, пойдем по техническим составляющим. Какие-то появились новые трубы, новые гаечки, новые крепежи. Ну, да, завезли мы материал, завезли там встроенную сантехнику, то есть инсталляция у нас две штуки будет, завезли. Что такое вообще черновая сантехника по-русски, чтобы это все поняли? Это то, что будет скрыто. После финишной отделки этого видно не будет. То есть это будет там заштроблено там где-то трубы, это встроенная часть, это черновая часть.
часть там инсталляции, ну, то есть скелет ее, да, там. Вот мы тут скрыли, да, не можем людям показать. То есть, mm-hmm. Вот этого вы видеть не будете потом на финише. То есть это все останется там под плиткой, под картоном, под покраской, то есть у кого какие там интерьерные решения. Но, правиль, есть... но правильная установка этого всего с правильными трубами, крепежами и всем остальным обеспечивает безопасность и сохранность уже дальнейшего конечно, использования. Конечно, просто конечно. Мы видим уже конечный результат самого унитаза, по сути, на котором мы сидим уже своей задницей, попой, извиняюсь. Вот. А все, что скрыто, это имеет большее значение, чем сам наш красивый унитаз, который, соответственно, просто промывает наши эти всякие штуки. Да, но тут же смотри, тут помимо того, что сама скрытая часть должна быть хорошая, еще там, допустим, наполненность водомерного узла, она тоже как бы ну, немаловажна, по сути является основной частью. То есть у нас есть там водомерный узел, да, в него приходит ввод воды там. Разные... Ну, давай, кстати, пойдем с ребятами и покажем вот все, что мы решили изменить, чтобы они тоже на это обращали внимание. Потому что вот все, что ты мне сегодня показал, я с этим никогда не сталкивался, а по сути имеет большую значимость. Это все, что находится вне квартиры. Да, конкретно твоей квартиры. То есть у кого-то приборы учета стоят в подъезде, у кого-то приборы учета стоят, то есть по стояку в санузле. То есть у нас здесь подходит там полипропиленовая труба, вот это место пайки, то есть это были трубы хорошие, там на замену пришли там каким-то металлическим трубам и так далее, да, там более там антикоррозионно стойкие, там не поддаются там электромеханической там коррозии и так далее, то есть классно, начали их использовать, они круто вошли на рынок, но потом появилась полиэтиленовая труба. То есть здесь у нас приходит труба, есть соединение. Мы поднялись наверх, у нас там стоит уголок. То есть соединение с одной стороны, соединение с другой. Мы прошли дальше, у нас опять поворот, еще два соединения. Так на каждой части, то есть это получается как бы потенциальный предотказ. Угу. То есть в плане того, что там может со временем треснуть, там может давление забиться воды там, да, да. попасть, еще там что-то, да. Но у нас есть классное решение такое. То есть есть вот такая вот труба, это шитый полиэтилен, максимально там качественная, надежная. Она цель. Ее можно, да, уложить, то есть от точки А до точки Б пройти, то есть мы, цельной трубой, то есть нам не надо никаких там соединений, она прекрасно гнется, то есть ее качественно уложил, закрепил, там понятно, что углы там будут там, не острые, но они будут овальные, но как бы это все можно сделать как бы, максимально красивое качество. Потом, что, допустим, по одномерному узлу, у тебя как бы хорошее решение, да, там у тебя стоят там самопромывные фильтра, ты заказал итальянские, ты заказал итальянские редукторы давления, это компании ФАР, ты заказал систему Нептун себе. Ну, да, это спасибо вам, потому что все, что ты сказал, я в этом ничего не понимаю, это были грамотные советы, где мне осталось махнуть головой, в принципе, и все. Ну да, потому что это уже выходит, как бы безопасность наша выходит на новый уровень. Если раньше там клеили обои сами, там, да, условно шпаклевали, там выходило там 100 тысяч рублей, там условный ремонт, то сейчас он выходит там за миллионы, там и десятки миллионов. То есть, и как бы в случае там, если у тебя там порвет подводку, да, из-за гидроудара у тебя там не стоит никакой защиты, то как бы не хочется там себе переделывать ремонт, уж тем более соседу. Как бы такая себе история. Поэтому. Мы максимально советуем, мы сейчас хотим как бы сделать такой, скажем так, узконаправленные, скажем так, специальности для того, чтобы у нас там было, допустим, водомерный узел, минимальный набор приборов учета для того, чтобы там защитить вашу квартиру. То есть мы там людям говорим, люди там, для чего это нужно, для чего это нужно, для чего это нужно. То есть максимально для того, чтобы защитить, люди понимали, за что они там платят деньги, когда покупают это оборудование. А вот на этом этапе вот обычные такие типовые ошибки, с которыми вы сталкиваетесь там на переделке объектов, либо там вот что-то случилось, вас вызвали, вот на чем люди экономят, а зря? Ну, то есть вот какие-то есть вещи, на которых вот прям искренне не рекомендуете экономить, там, не знаю, на ну, качестве труб, да, там, это, на ну, нептунах. Труб, там, то есть есть там трубы, которые там прям совсем-совсем дешево стоят, как бы, но мы их не покупаем, не используем. Когда мы заходим на объекты, на выполнение ремонтных работ, мы закупаем материалы. Почему? Потому что мы знаем, где можно купить качественный материал. То есть мы уже на этом съели собаку. А когда мы приходим, и, допустим, заказчик говорит, вот я тут уже все купил, у меня все есть, ребят, можете приступать. Ну, то есть начинаешь знакомиться, смотреть материал, то есть, ну, этот не подойдет, потому что он некачественный. То есть не обязательно там Италию покупать, да, там есть более дешевле, как бы, материалы, они тоже, в принципе, будут работать. Цена-качество. Да, цена-качество, как бы, будет работать. Просто там, может там чаще выходить там из строя, но, тем не менее, как бы, квартира будет защищена. Угу. То есть можно, как бы, бюджет уменьшить, там, допустим, не Нептун взять, а Костоп, который у тебя там, например, с Wi-Fi, там, со всеми делами. То есть ты там где-нибудь в Сочи отдыхаешь, делами занимаешься, там у тебя протечка, там сигнал тебе, ты там автоматически перекрылась, ты там все знаешь, позвонил, там, ребят,
приедете, там, открыли, да, зашли, все там все сделали, там, ну, такая, да, понятно, история. Да. Либо можно без этого всего, то есть, ну, он не будет выполнять там свою задачу там хуже, потому что он там не передает, например, тебе там сигнал. Там, то есть нету элемента умного дома, но тем не менее, там, электромеханическую часть он все будет. Там, сигнал пришел, там, перекрылось, все, и все. Ну, все, да, хорошо. Класс. Хорошо, смотри, сейчас у нас этот этап займет, наверное, сколько? Месяцок или быстрее? Слушай, по, ну, черному сантехнику сколько будем делать? Быстрее. Да. Хорошо. И на этом этапе мы еще, вот точнее, после этого этапа мы делаем стяжку, да? После этого этапа, да, мы уже сделаем стяжку, сделаем опалубку под конвекторы, сделаем стяжку, после этого демонтируем. Опалубку. Пойдем про конвекторы чуть тоже расскажешь, где они находятся. Ну, смотри, у тебя, получается, были выводы сделаны. Их привезли уже к нам, да? Где-то? Да, конвекторы лежат в чайной, получается. Ну, переделали мы выводы, то есть поставили там уголки, это все дело опрессовали, поставили под давление. Там у нас еще стоит, идут под давление на дальнем районе. Да, да, пойдем туда посмотрим. Пойдем. Локации конвейера лежат. Ну, как в Думе с тобой. Да. Вот. Переделали выводы, то есть мы заблаговременно переделали выводы, у нас есть конвектор, они имеют там определенные выводы, это вот эти трубы, да? Да, да, мы старые демонтировали трубы, обрезали, сделали соединение, гильзы вставили, опрессовали все это дело и положили, получается, утеплитель. Друзья, конвектора — это батареи, которые будут в полу, и они будут с датчиками поддува контролировать температуру, в общем, это для того, чтобы не загораживать прекрасный вид того окна вот такими, соответственно, батареями. Да, мы водоподготовку сделали, там вывели, потом шланги. Эти шланги просто потом обрежутся, у нас будет, когда стяжка залита, будет опалубка. То есть, ну, нам достаточно для того, чтобы можно было нам там шланги порегулировать и поставить конвектор, чтобы нам это не мешало. Потому что здесь у нас радиаторы, видишь, как бы индивидуально, они стоят на стойках. Мы не стали бы конвектор распаковывать, но пусть лежат. Вот, и потом просто мы сделаем опалубку, у нас стяжка зальется, мы демонтируем радиаторы, поставим конвекторы, выставим их как нам нужно, подключим, проверим, также дадим давление и все там, ну, опрессуем, да, скажем так. И все, и потом уже как бы будем выставлять там по уровню именно чистого пола, чтобы там максимально прийти там с минимальными там ступеньками. Класс. Есть, Сань, спасибо. Так, пойдем босса еще помучаем. Олеж. Что ты тут прячешься? Что ты вообще тут делаешь? Вот, ладно, ребята работают, слушай, пришли. Я вообще принес футболки. Да? Да. Ты следишь за этот, за климатом в коллективе, да? Я давно здесь не был, да, приехал посмотреть, что тут вообще. Что все не перессорились, работают. Что все мирно, дружно, да, привез футболки, как бы, чтобы не только делали качественную работу, но еще и красиво выглядели на объектах. Вот, ну и так вообще, ребят, как бы узнавать там, узнать там с моей стороны, там, что там нужно, требуется, там какие-то дополнительные там ресурсы, там что мы там успеваем, там сроки, не сроки, материалы, не материалы, может там поставщики какие-то кого-то обижают, там что-то затягивают. Ну да, 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 то есть такие как бы организационные вопросы, чтобы, ну, максимально как бы ребятам тоже как бы ускорить и помочь со своей стороны их там в их решении. Все. То есть, как у вас сейчас в целом сезон еще идет ремонтов? Ну, или да, идет. Да нет, сейчас начинается такой как бы период, когда начинают обращаться и говорить, хочу успеть до Нового года. А, я понял, да. Те самые, да? Да, 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 те самые заказчики, которые там скидывают проект, и а мы до Нового года успеем. Я говорю, нет, не успеем. Вот. Ну а почему? Ну потому что у нас там тоже загруженность есть определенная, мы же не сидим, не ждем, когда вы там примете решение. Слушай, вот почему такие люди есть? Неужели это реально суеверие? Или вот откуда эта традиция родилась, успеть все до Нового года, помыть машину, раздать долги, сделать ремонт, там, родить ребенка? Ну на самом деле, да, на самом деле такое есть. Вот. Но ладно, там помыть машину, это в большей степени ты как-то, может, для себя там делаешь, да, там как-то раздать долги там. То есть это ты тоже в большей степени там, ну, лично для себя делаешь, для своего там состояния. Но тут как бы сделать там ремонт в квартире, это, ну, тоже как бы для себя, но тут масштабы немножечко другие. Ну, да. То есть надо как бы вот это сопоставлять, что тут есть факторы, многие факторы, которые зависят не только от тебя, но и от других людей. А человеческий ресурс, к сожалению, это переменная, скажем так, в большей степени, есть определенные человеческие факторы, которые могут там, ну, там просто возникать там на
там из ниоткуда, которую ты там не ожидаешь. Так, ну хорошо, ты вообще в целом доволен темпом ремонта, вот качеством его, вот какие-то, может, что-то там хотелось бы тебя улучшить, ускорить, какие есть у тебя? Ну, вот мне... Знаешь, любой руководитель чем-то вот всегда недоволен. Мне ускориться хочется, то есть вот в плане того, что я там как бы Сашу, там ребят в плане, говорю, давайте, говорю, быстрее ускоряемся, говорю, чтобы сантехнику мы тут не растягивали на... долгие годы оперативно сделали. В общем, цель не зависать на объектах. Да, да, да. Сделали стяжку, и у нас уже все это сохло, и на этом мы там черновой этап завершили. Да. И могли уже завозить сюда там спокойно. Ну, то есть грязные работы уже на этом у нас все подойдут к завершению. И мы после этого можем уже сюда завозить там какую-то более-менее там, ну, необходимый там материал, что-то там хранить там частично там на объекте, то есть... и уже приступать там к выполнению более чистовых работ, ну там гипсокартон. А есть вообще с твоей стороны рекомендация, вот, допустим, зиму там гипсокартон не класть, потому что вот потом какие-то такие есть вот? Да. Или сейчас ремонт уже в нынешних технологиях можно круглый год? Тут не то чтобы там в зимний, не в зимний, а важно соблюдать температурный режим. Угу. Все. То есть, если будет соблюдаться температурный режим, то неважно, в какой-то период времени это будешь делать. Mm-hmm. То есть, стройка же идет у нас внутренняя отделка, mm-hmm. она там идет круглый год. Mm-hmm. Там, и тут отопление есть, все, нам там температурный режим мы можем соблюдать, и это нам, ну, не мешает там ничего делать. Mm-hmm. Все. А если бы там не было бы отопления, это как в частных домах. Там, да, там как бы уже проблематичнее. Там надо там пушки какие-то ставить, там что-то думать. То есть, ну, это, в принципе, тоже все решаемо, но просто, как бы, дополнительные задачи появляются, которые нужно решать. Да. Ну, у нас уже на пороге заказ входной двери. Потихонечку будем подходить там к этапу заказывания мебели, потому что это 2-3 месяца все делается. Твой прогноз, ну, так, примерно на сегодняшний день, вот, по твоей насмотренности, по твоему опыту, когда мы новоселье отпразднуем? Ну, это как бы не на камеру, не цена слова, просто по твоей интуиции. Ну, вообще, я как вот бы... с данного этапа черновой сантехники, хочу, чтобы мы к лету, там, в середине лета, там, к лету, то есть это все уже зафиналили. Уже собрали здесь открыть шампанского. Ну, да, что? Как бы мы и так там, в принципе, ну, таком... Нет, темп хороший, все хорошо, мне тут тоже не хочется жить. Спокойно, как бы там, в темпе, ну, там, работаем, у нас там стены все высохли. Да, все четко. То есть, как бы, тут влажности нет, там, ну, работать, как бы, комфортно. Ну, то есть, просто единственное, что, ну, не хочется затягивать, и все. Ну, потому что я ж не один клиент, еще есть, ну, ждут, которые, да, вашего внимания, да, все, да, правильно. Да. Друзья, ну что, все движется, вот такая небольшая серия о том, как мы, на каком этапе сейчас находимся, какими проблемами могли бы столкнуться, на что стоит обратить внимание. Ну, естественно, каждый раз рекомендую настоящих профессионалов своего дела. Ну, вы знаете, вы сами чувствуете, что с человеком приятно общаться, он во всем компетентен. Каждую среду в 10 утра мы собираемся на объекте, у нас такая своя летучка-планерка, где мы можем что-то подснять, что-то обсудить. Это всего час времени за неделю, который я уделяю стройке, потому что здесь ребята все решают, по сути, без меня. В общем, чатики что-то обсуждаем. Короче, вот рекомендую довериться профессионалам, не городить каких-то проектов, не пойми с кем. Самое главное, не лезьте туда сами, не пытайтесь разобраться, экономия на самом деле, это больше все же что-то такое, ваша фантазия, нежели реалии, с которыми вы столкнетесь. Ребята знают, где покупать, как покупать, где дешевле, где дороже, всегда подскажут, покажут, и в итоге ты все, что ты оплачиваешь за их услуги, ты, по сути, экономишь на самом материале, выходит, по сути, точно так же, нежели вы занимались бы этим сами. Поэтому Забиранов Ремонт, его компания, дизайнер наша Маргарита, все сделаю сами, просто доверьтесь. До новой встречи, друзья!